Так нет, не поехали. Дан старт первому заезду. Свои гладко. Бег повел гроссмейстер. Догонит их она еще. Дистанция 1600 метров. Лошади 2 лет. Призовы крысистых пород. Желтый, все, осинский поехал. Пол круга пройдено за 53 секунды. Бег ведет Ман Галакси под управлением Волсоева Анатолия. Они же все время держат, они потом вот здесь на прямой их отпускают. Лошади выходят на финишную прямую. Рыбак встал. Она бы его дернула. Она бы сейчас точно его.